Здравствуйте, меня зовут Алекс, я из Армении. Алекс, здравствуй. Я знаю, что ты приехал вместе с мамой. Скажи, тебе здесь интересно на семинаре? Да, мне интересно. А что здесь для тебя интересного? Можешь назвать, может быть, какие-то игры, может, еще что-то, может, еда вкусная? Мне тут нравится, что тут большой дом и есть игры. Есть игры. А еще что-нибудь? Ну, еда поменялась. Вкусно? Да. А пробовал ли ты здесь какие-то сладости, тортики? Сладости я пробовал. А скажи, мама тебе рассказывала, да, что это не совсем обычные сладости, что они без сахара? Ну, да, я знаю. Ты знаешь, да? А они вкусные? Такие же, как и раньше были тортики? Ани, вы когда перешли на такой режим питания, Алекс понимал, да, что вот как, насколько сложно было, может быть, или несложно объяснить ребенку, да, о том, что теперь питание будет другим? Сложно и сейчас, может быть. Вот в том-то и дело, я пытаюсь донести до него, чтобы он сам понял и сам перешел. То есть я стараюсь, чтобы он сам решил. Он во многих вопросах уже сам может проконсультировать, допустим, что нельзя с чем смешивать, что можно кушать, то есть сладостями, да, какими должны быть, чтобы были вкусные и полезны. Алекс, так что ты разбираешься, да, что такое раздельное питание, да? Ну, да, разбираюсь. Отлично. Ну что же, тогда поблагодарим нашего юного участника.